Надо нам фотосессию тоже сделать, все вместе дружно сфоткать. Да, ну это да. При свете дня. Обязательно, ты же ездом у нас должно. Вот это вот. Коль, бросай ты это дело, пускай сам пацан, дай сюда помой. Значит, сначала кидаешь масло. Нагреваешь масло, при нагретом масле, короче, чеснок раздавливаешь, кидаешь туда. Обжаривается чеснок полностью, чеснок берешь, выкидываешь. Обжаривай этот кусочек, который есть, выкидываешь. Потом кидаешь мясо. Мясо обжариваешь до корки. Вот. Как только мясо коркой покрылся, вода выходит на жаренный момент, туда кидаешь морковку, лук. Мясо и баранина. Да, мясо баранины. Это все хорошенько обжаривается, все дела. Как только во время этой обжарки, еще и зиру надо обязательно вначале. Потому что зира растет, аромат дает как раз как этот момент. После зиры, значит, когда она вот лук, морковка обжарилась, мы берем, значит, этот сразу туда добавляем вот помидор. Берем большие помидоры, пополам режем и прям откладываем вот так вот все блюдо. Он получает свой бульон туда вот. Мясо впитывает. Да, мясо. Надо помидоров много. В данном случае было мало помидоров, потому что наш друг взял помидоры на салат, не сделал. Отлично. Мне пришлось, короче, воды дали. Поэтому вот так. Значит, воды дали вот было. И оставляешь до тех пор, пока это все хорошенько уже жареное, похоже, когда прикатится. Эффект такой получается. Очень хороший эффект получается. Потом, когда уже все почти готово. Ну, лавровый лист, специи, ну, там понятно. Надо смотреть. Да, я да. Хабор взял, кинул. Вот. Значит, под конец, когда вот готовится, берешь картошку такими ломтями, ложишь. Половинки? Да, половинки можно. Кусочки, а именно половинки, чтобы в тарелочке был большой кусок картошки. Да, да, да. Чувствовал, что. Да. Вот эти картошки ложишь, закрываешь, она это уже картошка, когда. Приедет. Да, когда картошка приготовилась, уже тарелочка. Готова. Ну, зелень, естественно. А, солить. Желательно зелень не в блюдо, почему? Потому что зелень она портится быстро. Да. Ей холод надо, она прохладно. Если сразу она поливает, все портится, то, естественно, можно сделать. Посыпать. Да. Если не сразу, то получается лучше блюдо. Но мы сразу съедим. Да. Все. Потому что такой вкуснятины мы не дадим лежать. Надеюсь, что да, мы съедим вот это все. Поэтому сюда, значит, очень хорошо подходит этот кинза, укроп, вот, насыпал и лучок зеленый. Шоковал и в блюде, в тарелке вообще. Или сюда. У меня уже слюнки потекли. Вот. Эффект вот такой получается. Мясо должно получиться нежное. Прям в торту тай должно быть. Крутяк. Единственное, я переживаю, то, что мясо, когда я купил, я потом как увидел, что безобразно было мясо порезано. Такая, пусть мелкие кусочки могут быть. Ну. Вот такое блюдо. Супер. Так, что, все готово, да, получается? Да. Попробовали. Заключительный. Зеленочка. Так как лето необходимо. Какая красота. Ну как блюдо-то называется? Шулюм. Шулюм. Охотничий. Да, охотничий. Поохотничий, да? Из горного бара. Сколько это литров слюней уже вытекло? Мы уже кольцом снимаемся, видишь, вокруг него все плотнее. Греемся. Все. Давайте, блюдо подается к столу.